преддверии новогодних праздников глава района Андрей Дорошевский встретился с почетными гражданами, руководителями политических партий и общественных организаций, представителями казачества и совета старейшин. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Уважаемые люди, которые действительно долгие годы живут в районе и отдают все свои жизненные силы, энергию, душу вкладывают, сердце в наш северский район. И благодаря вам, вашей работе, вашему труду, мы видим, какой становится и продолжает становиться красивым, уютным и приятным наш северский район. Только вместе, только передавая друг другу добро, мы сделаем и район, и нашу землю, нашу родину, благословенную Господом Богом, процветающую. Творческие коллективы района подготовили яркие номера, которые подняли настроение всем участникам встречи. Каждый из приглашенных внес огромный вклад в развитие Северского района и сегодня продолжает трудиться на благо своей малой родины. Спасибо нашим главам, спасибо нашим труженикам, девочке, которая там работает. Ну ведь это адский труд, ну надо только перетерпеть, переждать. Ну 25 лет, Андрей Владимирович, проработаете и все будет окей. В завершении встречи глава поздравил всех с наступающим новым 2023 годом. Собравшиеся получили приятные подарки и самые теплые пожелания.